Маги, серьезно, заявление я хочу его здесь написать. Я приняла детские питание, детское питание, а там наркотики. У меня есть заявление. Я 3 суток хожу по детским питаниям, потратила свои деньги только на это питание. И не сплю, но хожу нормально. И в состоянии... Вы в полиции. А что? Кому писать заявление? Где? Может, вам надо чуть-чуть другую организацию обращаться? Какую? Насчет детского питания. Помочь может? Не ленить. Я а при чем здесь полиция и с детским питанием? Ну, там надо проверить, что туда добавили. И все. И эта полиция должна заниматься? Ну, еще нет. Я просто... Вы спросили, какое будет заявление, я вам ответила. Я хочу его просто написать, а вы должны его передать. А не я на своих двоих туда звоню. И куда передать? Передайте утром. Кому? Ну, в кабинет начальству. Хай почитает или что. Мне нельзя сюда обратиться? Дайте бумажку и ручку. Пишу и оставляю. Вас тут покидаю. Пожалуйста. И завтра...